Кстати говоря, завтра в столице Норвегии, Осло, пройдет митинг. Митинг против вот этих вот издевательств над женщинами, в защиту наших женщин. Инициаторами этого митинга является чеченская диаспора Норвегии. Я призываю всех, кто может принять участие в этом мероприятии, в первую очередь, конечно же, живущих в Норвегии и чеченцев, а также тех, кто живут в других странах, но могут завтра присутствовать на этом митинге. Я прошу поддержать эту акцию, принять в ней участие. Давайте будем хотя бы в такие моменты, давайте будем как-то консолидироваться, давайте будем показывать, что мы не приемлем эти вещи, что мы против этого. Давайте выступать, говорить об этом. Я призываю к тому, чтобы подобные акции проводились и в других странах, там, где вы можете организовывать эти мероприятия. Организовывайте, мы будем всячески их поддерживать. Тумсо, читал статью на Вайфонде о девушке, которая рассказывает про гудермесских кадыровцев. Свят Аллах, откуда эти выродки появились среди нас? Пусть Аллах ускорит гибель этих гнусных предателей. Да, это очень, конечно, тяжелое письмо этой девушки. Я всем рекомендую, кто его не читал, почитайте. Перейдите по ссылке в описании на мой телеграм-канал. Я там репостнул эту статью. Статью вообще опубликовал Вайфонд, за что им огромная благодарность. Я считаю, что это очень смелый шаг для тех людей, которые рассказывают эту всю правду. И ее нужно рассказывать. Я надеюсь, что ее примеру, примеру этой девушки, последуют и другие пострадавшие от их рук. Пусть они будут это делать с измененными там данными. Но как бы там ни было, это нужно все придавать огласке, чтобы показывать прежде всего нам самим, нашему народу, о том, какие эти люди, насколько отвратительные мерзавцы сегодня находятся у власти в оккупированной Чечне. Посмотрите просто, как они издеваются над людьми, как они издеваются над женщинами. Вы вдумайтесь просто, этот человек похищает женщин, жен там задержанных, их родственниц, там сестер и так далее, похищает их, потом над ними издевается в плане не просто там каких-то пыток током там или избиения, а с применением сексуального насилия. Делает это перед их мужьями, задержанными мужьями. И этот человек, это важно понимать, что он из нашего народа. Это человек, который воспитывался среди нас, рос. Это вот частица нашего народа, понимаете? Которая продалась, перешла на сторону России и творит это с нашим же народом, со своими же собратьями он это делает. И после этого эти же люди, их руководители, садятся в эфирах ЧГТРК, пуская слезу на камеру. Они говорят: мы за честь чеченской женщины, мы там готовы умирать. Плачут. Понимаете уровень этой актерской игры? И этот человек, плачущий на камеру и говорящий про чеченскую женщину, про ее честь, он знает, что вот эта тварь, его подчиненная, что она творит это в этих их подвалах, в их тюрьмах. Он знает об этом. Это не скрыто от него. Он и сам делает то же самое. Это очень важно, чтобы эти истории, они звучали. Многие этого не понимают. Вот мы об этом говорим, нам кажется, большинству из нас, наверное, кажется здесь в эфирах, да, что все это знают, здесь не знают, друзья. Многие этого не знают. Многие, даже если знают в теории, но когда они читают, когда они прям им рассказывают подробности о всем, что происходит, то это вообще по-другому, как бы, ты это осознаешь. Вот, допустим, вспомните историю, когда Салмана Типсуркаева унизили, да, посадив на эту бутылку. Мы с вами знали, что они это делают, но когда мы это увидели своими глазами, это оказало на нас совершенно другое влияние. Мы как будто бы это сами это все прочувствовали. Вот то же самое бывает, когда ты читаешь эти истории, когда мельчайшие подробности описываются, когда называются имена, называются места, время,
что именно они делали, как они разговаривали, как они действовали. И вот в этой статье, опубликованной Вейфондом, там все эти мельчайшие подробности описаны. Эта девушка, видно, что это невыдуманная история, она рассказывает все подробности мельчайшие. Как он зашел, как он схватил там за волосы, как он расстегнул и так далее, все эти нюансы. Да, это очень сложно, это неприятно читать эти вещи, но их надо читать, чтобы это знать. Поэтому переходите по ссылке, читайте. И я призываю всех других наших сестер и братьев, которые подвергались подобным истязаниям, пыткам, которые стеснялись об этом говорить, кому стыдно об этом говорить, кому больно это вспоминать. Сделайте это, присылайте такие истории, говорите об этом. Если кто-то готов дать интервью со скрытием лица, с изменением голоса, с изменением данных, как вам угодно, давайте это сделаем. Я готов озвучивать такие истории и придавать их огласке. Это очень важно. И не слушайте тех людей, которые говорят, зачем это, об этом говорят, это не нужно выносить, это у нас не это нужно. Как раз таки это нужно. Чтобы это победить, об этом нужно знать. Народ должен это знать. Только тогда он сможет эти вещи искоренить. Поэтому об этом нужно говорить. Кстати говоря, завтра в столице Норвегии, Осло, пройдет митинг. Митинг против вот этих вот издевательств над женщинами, в защиту наших женщин. Инициаторами этого митинга является чеченская диаспора Норвегии. Я призываю всех, кто может принять участие в этом мероприятии, в первую очередь, конечно же, живущих в Норвегии чеченцев, а также тех, кто живут в других странах, но могут завтра присутствовать на этом митинге. Я прошу поддержать эту акцию, принять в ней участие. Давайте будем хотя бы в такие моменты, давайте будем как-то консолидироваться, давайте будем показывать, что мы не приемлем эти вещи, что мы против этого. Давайте выступать, говорить об этом. Я призываю к тому, чтобы подобные акции проводились и в других странах, там, где вы можете организовывать эти мероприятия. Организовывайте, мы будем всячески их поддерживать. Немецкий солдат, германский рейх, мир тебе, брат. В священном Коране сказано, что Всевышний дарует власть тому, кому пожелает. Брат, я немного не могу понять, вот эти псы позорные сегодня во власти, неужели всемогущий Бог позволил им это? Но Аллах по своей мудрости позволяет многие вещи на этой земле. Это вопросы предопределения, они очень сложные, мы не будем сейчас в них вникать. Я вообще прошу какие-то религиозные сложные вопросы не задавать в этих эфирах. Это нужно задавать на специальных площадках религиозных. Но так, если немного поразмышлять над этой темой, мы ведь понимаем, что многие вещи в этом мире происходят. Я имею в виду вещь, то, что относится ко злу. Мы понимаем, что Аллах недоволен этим. Однако Аллах так устроил этот мир по своей мудрости, что происходят и злодеяния, и злые люди живут и совершают эти злые деяния, и Аллах дает им какую-то отсрочку. Но непременно эти люди будут наказаны. Вот что мы знаем, вот в чем мы не сомневаемся. И мы не сомневаемся в том, что мы придем к успеху, а они будут опозорены. У нас нет никаких сомнений в том, что мы будем помилованы Всевышним Аллахом, а они не будут, они будут наказаны. Так что, как бы они ни вели себя в этом мире, как бы сильно они ни беспредельничали, и какой бы срок им не был на это отведен, конец у них будет печальный. انتظريني يا قدساه انتظريني سأزيل سدودا